Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Дзен-канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте начался новый конкурс на вот такой вот прекрасный дигл. Ссылочка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Залетайте, участвуйте. Народу участвует очень мало, шансы выиграть очень большие. Помимо скинов в CSGO, мы разыгрываем еще и ключи на игры. Каждый сможет выиграть. Поэтому залетайте, обязательно участвуйте в этом конкурсе. Ссылки, повторюсь, опять же, есть в описании под этим роликом. Всем желаю приятного просмотра и всем желаю удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать переобзорчик на такую упаковку чипсов от бренда Twister со вкусом паприка. Такая вот красивенькая упаковочка. У меня ее, наверное, хреново видно из-за того, что света маловато довольно-таки. Но так более-менее должно быть. Так вот, собственно, хочу переделать обзорчик, поскольку обзорчик на канале уже был на эти чипсы Twister. Собственно, переделаю по той причине, что тут и название я смотрю хреновое, и превьюшка я смотрю хреновое. В общем, решил переделать. Вот, собственно, этот ролик. Если кому-то вдруг будет интересно, в принципе, можете глянуть. Вот превью, вот название этого ролика. Если интересно, в принципе, находите, смотрите. Если будете смотреть на Дзене или смотрите мои ролики, к примеру, на Дзене, обязательно авторизируйтесь на Дзене. Неважно, там можно и через ВКонтакте, вроде можно и через аккаунт Яндекс. Поэтому авторизуйтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Собственно, поехали делать обзорчик. Чипсы, данные Twister, если не ошибаюсь, продаются только в магазине Пятерочка. Стоят они 110 рублей. 150 грамм. Упаковка чипсов. Только свежий, натуральный картофель. Как здесь заявлено. Собственно, паприка. Судя по всему, островатый какой-то вкус будет. Бренд Twister. Доля вероятности есть, что данный бренд чипсов принадлежит компании «Московский картофель». Если вы знаете такие чипсы «Московский картофель», то красавчики. На канале, если что, есть обзоры и на «Московский картофель», и на чипсы «Твистер». Если кому интересно, на другие вкусы, у них довольно-таки много вкусов у этих чипсов «Твистер». И они, в принципе, не особо уступают чипсам «Лейс». Поэтому на канале есть обзоры, заходите и смотрите. Изготовитель ООО «Московский картофель». Особой, в принципе, информации здесь нету. Задняя часть упаковки данных чипсов. Ну и, в принципе, давайте делать на них обзорчик, тестить их, что вообще да как. Поехали. По запаху отдает обычной картошкой. Видно, что они паприки. Уже покупал эту упаковку чипсов для того, чтобы сделать обзор на нее. Но, к сожалению, в прошлый раз не получилось, поэтому делаю в этот раз. В этот раз все должно получиться.
В принципе, по жесткости чипсов они довольно-таки прикольные. В том плане, что они не особо жесткие. Допустим, если брать в сравнении Place, эти чипсы будут мягче и более приятны для зубов. Паприка, в принципе, присутствует в этих чипсах, но такое ощущение, как будто бы чипсы не острые, а более такие сладенькие, что ли. Не на всех чипсах есть паприка. Некоторые чипсы вообще голые. Как будто обычные эти, обычные картошка. А так, в принципе, вкус прикольный. Блин, вот это ощущение картошки еще иногда бывает. Очень прикольное ощущение, когда ты ешь чипсинку, и как будто ощущение, что ты ешь настоящую картошку. Вот в этом приколюха. Это тоже очень приятно. В принципе, вроде как, я вот посидел, 2 минутки покушал, рецепторы более-менее адаптировались. В принципе, когда-то паприка чувствуется, когда-то нет. В принципе, чипсы хорошие, в принципе, чипсы вкусные. О них я, в принципе, все рассказал, вроде как ничего не забыл. Оценка данным чипсам 5 из 5. На этом, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.